Всем здорова, друзья, с вами спикер и полицейский патруль. Итак, друзья, продолжаем играть за плохого копа. И у нас сегодня будет черный мустанг. Черный брат на черном мустанге. Это реально круто. Хорошо, у нас сегодня есть вызов уже. Вызов рядом с нами и находится вон прям там, на вершине горы. Там есть вооруженные люди, нужно подъехать и разобраться. Там какая-то группировка, что ли? Я вижу только 6 снайперов и вижу еще 2 на земле. Хорошо, наверное, подъедем чуть поближе, разберемся, возможно... Всех арестуем, а возможно и нет. Хорошо, как у нас работает сирена. Ух ты, да, черный мустанг, слушайте, обалденно. Хорошо, погнали, выключим сиренки, подъедем, наверное, спокойно. У нас даже умеет дрифтить мустанг. Ну-ка посмотрим, как у нас дрифтует. Ух, довольно неплохо. Нужно брать скорость сейчас. Хорошо, подъедем к этому месту и разберемся. Довольно шикарно смотрится черный мустанг и черный брат. Там я даже пулеметы вижу. Так, хорошо, код 3 сразу, и мы, наверное, вызываем подмогу, потому что тут там есть пулеметы. Нужно найти хорошее местечко, где можно снайперить. О, как раз можно будет сверху. Хорошо, наверное, зайдем сюда сверху. Если что, будет, конечно, тачка укрытия у нас. Вот так, наверное, припаркуемся. Там есть... Ух ты, жесть, сколько там пулеметчиков. Хорошо, выходим и оценим ситуацию. Так, у нас есть снайперская винтовочка. И сейчас, друзья, оценим, что там у нас происходит. Нужно найти главаря. Возможно, взять его живьем, а возможно нет. Там реально террористы. Так, у них есть маски. А где у них главный, интересно? О, друзья, а вот походу и главный. Смотрит в бинокль. Хорошо, я даже не знаю, с чего начать. Хорошо, уже, наверное, код 3. Вызываем, наверное, сват. Так, 5 машинок сватом. И пускай патрульных машинок тоже приедет. Там по 2 человека еще будет. Хорошо, думаю, будет достаточно. Сейчас они подъедут, и мы начнем уже все. Будем, наверное, снимать главаря, а потом уже и снайперов. Так, ребята вроде подъехали, и, в принципе, можно уже снимать главаря. Ух ты, да, прям в бинокль, он остался живой. Так, вы промахнулись. Хорошо, уходим в укрытие. И началась реально заварушка. Там есть снайперы. Ребята, прикрывайте меня. О, вот это было круто. Сняли довольно красиво. Ребята, прикрывайте, возьмем уже, наверное, автомат. Ох, сколько их там? Их реально там чертовски много. У нас, в принципе, есть РПГ. Ребята, держи, где? Большая толпа. Ух ты, да, там жарко. Ребята, начинается перестрелка. Сейчас реально будет такая жесткая перестрелка. Спускаемся вниз уже. Просто реально гасидим. Ребята, просто берем и гасим. Так, нам подбегает один. Даже 2 зетов. Так, брось оружие. А у него даже нет оружия, он решил в рукопашку. Ну-ка, на земельку давай. Тебя тоже на земельку. Там реально кипишь, а мы арестуем азиатов. Давай на земельку, все нормально. Пошла РПГшка. Ух, жарко сейчас будет. Ху-ху. Там реально чертовски жарко. Так, наверное, автомат уже. Спускаемся. Ребята всех положили. Ребята, давайте же перестрелку уже устроим. Конечно, я прикроюсь смогу. У нас, в принципе, есть греночки. Закидаем гренку. Держи гренку. Держи тоже гренку. Это полицейский патруль. Сейчас, ребята, как они отлетели красиво. Сейчас мы просто их размем и расстреляем. Да, спустились. Там прям голов, все нормально, чисто. Ребята, прикройте меня. Хорошо, код 2. Код 3 уже, всех вызываем. Слишком много тут он. Черт возьми, мне уже тачку подорвали. Тачку подорвали, мы еще живы. Где наша подмога? У наших реалик всех расстреляли. Уходим, отступаем. Так, наш мустанг начинает на месте. Я вызову, в принципе, код 3. Ребята едут. Да, ребята едут. И полная заварушка начинается, продолжается, то есть. У нас, в принципе, есть РПГшка. Там наших нет никого. Они сидят в укрытии. Давай РПГ. Сейчас будет жарко. Ух, полетел, кажется, в нашу сторону. Это был капот просто на все. Так, нас обходит. Нас обходит, нужно, наверное, автомат. И будем зачищать уже по одному остались. Так, он готов. Он тоже готов. Ну-ка, давай гренку. Прям кусты к нему. Греночку. Сейчас реально там будет жарко. Он, кажется, загорелся. Так, он готов уже. Так, слышь, копы. Слышу, копы женских. Сколько трупов-то? Ребята, это была какая-то группировка. Так, секундочку, кто еще остался? Он, походу, говорит, наша тачка нужно спускать. Спасать, то есть. Отъедем подальше, видно, вызываем скорую помощь. Сколько наших братьев тут полегло. Хорошо, скорую помощь вызываем. Ребята, довольно жарко было. Так, есть патрончики, тут у нас чертовски много патрончиков, можно собрать оружие. Конечно, извините, ребята, но так пришлось уже. Некоторые же обгоревшие тела. Хорошо, наверное, поднимемся наверх, наверное. Там, кстати, кто-то еще остался. Возьмем, наверное, снайперскую винтовочку. Так, снайперов не осталось, но они остались наверху.
Ох, прям в голову. Это было красиво. И остался еще один. Ребят, нужно ехать туда уже и там разбираться. И прям в сердце. Ох, красиво было. Ну-ка, давайте прям за мной уже. Там приехала скорая помощь. Сколько скорой помощи-то? Хорошо, ну, прям за мной уже. Вызываем код 3 и парочку патрульных машин прям за мной. Сейчас пойдем дальше зачищать. Денек начинается довольно жарко у нас. Так, ребят, бегут за мной? Нет, никого не вижу. Хорошо, видимо, если больше никого нет уже. Хотя, черт его знает. Все чисто и спокойно. Видимо, зачистили мы. Хорошо, спускаемся, наш день начинается, и будем, конечно, патрулировать. Так, приехала еще парочку машинок патрульных. Ух, нет, а походу еще 3 приехало. Хорошо, спускаемся, и что нам диспетчер сегодня даст? Так, угон мопедом, довольно очень простой будет, нам нужно реально что-то погони. Погони, либо перестрелочки. Так, диспетчер, дай-ка мне довольно очень сложное задание, и я, конечно, его приму. Ну, ребят, давайте работайте. Я поехал уже на вызовы. Так, окейшки, ох, у нас есть перестрелка. Подтверждаем и погнали. Включаем сирены и погнали. Ребята, прям за мной давайте уже. Сейчас посмотрим, как у нас мустанг умеет дрифтить. Ух, ох, довольно неплохо входит прямо поворотик. Хорошо, вызываем, наверное, вертолет уже. Да, можно вызвать вертолетик. Какие-то байки, можно его проверить документы. А у нас там уже перестрелка. Парочка вертолетов. Так, вертолет вижу. И подъезжаем. Слушай, довольно мустанг обалденная машинка. Управление не очень даже nice. У нее подвесочка реально чувствуется, особенно на неровности дорога. Так, вижу преступника. Вижу преступника, и вертушка прям к нему. Кажется, нашу точку маленько расстреляли. И как-то управление не... Как-то мы реально нужно профиксить. Так, ребята приехали прям... Прям в тюрьму приехали? Что-то новенькое. Так, тоже, наверное, заедем. Ну-ка, открывайся ворота. Приехал полицейский патруль. Ребята, открывайте ворота, там преступники. Так, секундочку, можем выйти даже. Можем выйти, и тогда откроется. Нет, не открывается, видимо, нас туда не пускают. Там уже другие копы работают. Скорость, и перелетаем просто этот, черт возьми, забор. Открылся шрамбаунт, а двери у нас не открываются. О-о-о, это красиво. Вот так, полицейский патруль, мы уже в тюрьме. Итак, сколько тут машинок? Так, ребята вооруженные. Да, ребята вооруженные. Просто берем. А то, видимо, пройти нельзя. Дверь откройся уже. Эх, берем просто и берем, расстреливаем. Так, водителя убили уже. Так, ребята, бросайте оружие. Я даже не знаю, как их, по идее, арестовать. По ногам прям. Прям по ногам уже. Так, минус один уже. Там остался еще один. Ребята, гасите их. Двери, походу, не открываются в тюрьму. Это, конечно, печалька. Там, кажется, один убегает. Нет, не убежал. Я просто взял и расстрелял. Слушай, довольно круто получилось. Машина прям в текстурку упала. Хорошо. Выезжаем, наверное, отсюда уже. И продолжит наш денек. Диспетчер, дай-ка мне другое здание. Угон мопеда. Ну хорошо, давай-ка угон мопеда сделаем. Сейчас подъедем, разберемся. Азиата накажем. Там, по идее, у нас, как всегда, гоняет азиат. Так, он, вижу, поехал спокойно. Можно, блин, взять его и сбить. Дальше перевозьмем. По-жесткому просто собьем. Нужно, наверное, подрезать его. Вот так. Бедный азиат. Просто уже реально под машину полетел. Мы плохой коп. Он живой. Не, он реально живой. Довольно круто. Хорошо, давай на задний ход. И еще раз можно проехаться. Хорошо, выйдем, разберемся. Вот так возьмем РПГшку. Чувак, ну-ка, сын на месте. Руки в гору. У нас РПГ в руке. Круто получается. Секундочку, у нас красная отметка. Ох, у нас преступники. Так, бросаем азиата уже. Куда он делся? А, вон побежал. Бросаем азиата и погнали. У нас тачка исчезла. Нет, она, по идее, исчезла, но я вижу визуально. Сейчас подъедем и разберемся. Там реально какие-то у нас интересные погони. Слушай, какой длинный поезд. Так, вижу копа. Вижу копа, а тачку я преступника не вижу. Кажется, он удирает. Прямо по курсу. Хорошо, диспетчер, дай-ка другое здание. Пускай они, ребята, разбираются. Догонят, не догонят, мы не знаем. Хорошо, подтверждаем. И у нас есть какое-то новое событие. Сейчас разберемся, что тут нужно сделать. Так, секундочку, я вижу, остановилась машинка. И сейчас нужно проверить документы. Так, подъезжаем спокойно. Там, кажется, 4 человека. Возьмем, наверное, автомат, подойдем, наверное, и пообщаемся. Что случилось, ребята? Все в порядке. Так, смотрит на нас. О, красотка. Это, видимо, твоя мама, а это, видимо, твой брат, либо твой... Так, ну что, ребята, что случилось-то? Так, у нас, по идее, желтая отметка. Чуть дальше, ребята, пардон, это не вы. Я ошибся. Вот так бывает, полицейский патруль ошибается. Так, проезжаем. Так, наверное, желтая отметка, поехали прямо за ней. Мустанг у нас реально крутой. Уже будет скоро ночь, и будет ночные погони. Что это за желтая отметка? Сейчас поедем, разберемся. Так, спокойно, какой у нас велосипедист. Нормально. Ну, припаркуем. А документы есть у тебя? Слушайте, реально, велосипедиста я тут ни разу не видел.
Хорошо, проверим документы. Ну-ка, слезь с него. Так, можно, наверное, вот так. За команду, спокойно. Спокойно, куда? Руки в гору. Надеваем наручники. И твой велик я тоже конфискую. Потому что реально можно одеть наручники. Да, вот так вроде каталась по пригороду. Каталась, и ее взяли, и арестовали. Так, давай-ка арестуем. Мы плохой коп, и мы, конечно, накажем и преступников, и кого нужно. Хорошо, наверное, код 2, и пускай машинка ее заберет. Так, секундочку, нам телефон не нужен. Мне нужно код 2 и транспорт для преступника. И подозреваем. О, сели на велик, нормально. Нам нужен мустанчик. Хорошо, диспетчер, что у нас есть еще интересное? Там, позади, у нас есть угон автобуса. Где-то прям сверху, что ли. Хорошо, подтверждаем. И прям рядом с нами. Так, угон автобуса, даже не вижу, где именно. А он вижу сверху. Подъедем, сейчас разберемся. Мы, по идее, уже не на мотике и не сможем использовать дробовик. У нас есть гренки, у нас есть дымовые шашки. Можно прострелить стекло и кинуть дымовую шашку. А вот наш автобус. Ну что, кто кого, кто сдрейфит? Конечно же, нам жалко свою тачку. И отъедем маленько в сторону. Полицейский патруль. У нас есть бомба-липучка. У нас есть такой газ. Газ, газ. Можно, в принципе... Ох, тут блокировка. Тут все заблокировали, и можно просто пустить газ. Сейчас пустим газ. Ну-ка, держи газ. Пускаем газ, это типа уже альфа-патруля. Вот так, ну слушай, какой-то кипиш начался. Что происходит-то? Ребята, полицейский патруль, чувак, выходи уже. Хорошо, у нас, в принципе, есть автомат у нас такой. У нас укороченная винтовка, и, чувак, выходи. Так, спокойно, просто вышел, можно даже вот так, поверху пройти же. Ну, стой на месте, полицейский патруль, я куда-то поехал назад. Мне дали задний ход. Кажется, по нам просто проехались. Так, красная отметка. Кажется, тут нужно всех арестовать. А ну, все выходим из машины. Так, все выходим. Так, сука, выходи. Она просто заблокировалась. Я не вижу преступника номер 1. А, вот он, вижу. Так, черножопый, давай-ка поднимай в гору руки. Сейчас тебе возьмем. Тут реально какая-то пробка образовалась. Там есть у нас, походу, еще парочку ребят. Так, он увлекся, и можно его арестовать. Так, приехали копы. Видимо, тоже все это разрулить. Как их слишком много. Так, тут вышел. Это у нас никого нету. Ребята, выходим. Можно реально всем указать, и все выйдут. Уже вышел. Это тоже вышел. Ребята, наверное, вызываем еще побольше патрульных. Можно даже вызвать, наверное, вертушку. Сейчас всех сюда пригласим. А мой мустанг, походу, заблокировали. Хорошо, одеваем наручники уже на угонщика. Ребята разберутся. Даже не знаю, как все это дело разрулить здесь. Какого черта толкается? Ну-ка, ребятам, возьмем винтовочку, маленько пригласим. А ну, выходим. Наверное, берет и толкает. Выходи уже. Выходи, руки в гору. Ребят, давайте всех арестуем. Реально, всех можно арестовать просто. Так, на земельку. Давай на земельку уже. Мы просто на шоссе, и какая большая пробка. Обалдеть. Хорошо, берем свой мустанг и уходим отсюда. Мы тут ни при чем. Нам нужно просто забрать мустанг и уехать отсюда. Надеюсь, мы уедем. Да, спокойно, мы сели. Мы сели. Ребята, ну-ка, скорая помощь, вернее. Нам нужно ехать отсюда. Хорошо, наверное, можно все-таки сделать профиксить машинку и все-таки вытолкать ее отсюда. Сейчас мы это сделаем. Так, спокойно, вот так. И, ребята, ну-ка давай-ка, сможем вытолкнуть. Ух ты, да, сейчас мы вылезем отсюда. И прямо с поверху. Мы реально крутой коп. Мы выехали, друзья. Хорошо, у нас уже такая туманность появилась. У нас уже ночные погони будут. И диспетчер, что у нас есть интересного? Сейчас посмотрим по списку. Это у нас в городе. О, есть GTA. Окей, подтверждаем, погнали. Разворот на 180. Как красиво смотрится тюрьма у нас на закате дня. Хорошо, у нас, кажется, прям в тюрьме, что ли? Или по ту сторону? Так, у нас остался еще, можно даже воспользоваться. Секундочку. Это прям где находится. Поедем по ту сторону и посмотрим. Возможно, вокруг тюрьмы едет. А возможно, нет. Мустанг сегодня смотрится шикарно на таком закате еще. Так, кажется, едет в нашу сторону. У нас там что? У нас угонные, даже не знаю. Байка. Сейчас мы просто на таран. Извини, чувак, пришлось по-жесткому. Оружия нет, и просто можно взять и спокойно его арестовать. Так, приехали, ребята. Куда собрался? Руки в гору давай. Какие у тебя грязные штаны. Так, мне кажется, я слышу вертушку. Но я не вижу ее. А вот есть вертушка. Вертушка просто патрулирует. Ребят, хорошо, я арестую. Сегодня мы очень часто арестовываем. Так, ну давай-ка уже наручники одеваем. Окейшки, готово. Ребята, забирайте его. У меня, по идее, двухместная тачка еще приехала. Тут у нас реально такие двухместные. Какие-то суперкары собрались. Реально четырехместных у нас нету. Чувак, тебе, наверное, код 2 уже, и пускай ребят тебя заберут. А я поехал дальше. Так, выключим сиренки, и, наверное, все просто разъедемся. По идее, можно же вызвать эвакуатор, но мотик эвакуировать мы не сможем. Хорошо, диспетчер, что у нас есть еще?
Нам нужно... Угон автобуса уже был сегодня, так что в другой раз. Так, спокойно, нам это не интересно. Угон снова автобуса. Так, угон полицейского байка прямо перед нами. Хорошо, мы это дело разберемся, но я не вижу нигде. Куда-то делся. Хорошо, вертушка патрулирует. Тюрьму, видимо. Хорошо, наверное, поедем чуть подальше туда. Где, интересно, у нас дорога? Диспетчер, что у нас есть тут-то? Интересно. Угон полицейского байка, но я его не нашел. Ох, перестрелочка. Ну-ка, подтверждаем, погнали. Там у нас очень много сразу копов. Сколько сразу копов-то? Так, сейчас карта увеличится и сможем посмотреть, куда свернуть нам. Так, чуть подальше и сворачиваем. Что у нас есть? Бомба или пучки у нас нету. Можем было, конечно, залить. О, еще один мустанг. Я думал, реально, я один катаюсь на черном мустанге. У нас есть еще мустанг. И, ребят, собралось довольно много. Сейчас будет веселье. Я чувствую. Так, ночные погони, конечно, нужна вертушка нам. Одна вертушка, ребят, там довольно серьезная. Возможно, у нас шокер, у нас еще гренки, дымовые шашки. Конечно, их две столку использовать, если при движении. Ребята, вышли, мы тоже выходим, и начинается перестрелка. У нас есть обрез. А ну, бросай оружие, нормально. О, как и крутануло-то. Жалко, это я выстрел. Сейчас я выстрел, не промахнулся. Ее раньше времени. Ребят, возьмем живьем. Живьем ее. Какая высокая она, на каблуках, что ли? Красивые погони у нас. Так, красотку положили. Окейшки, одеваем наручники на нее. И отправляем в тюрьму. Будем ее судить и, конечно, посадим ее уже в тюрьму. Окейшки, погнали. Сколько тут мустангов? Интересно, какой из них мой? Так, у нас подмечен белой отметкой, значит, именно наш. Хорошо, включаем сирену. У нас там есть один, по идее, труп. У нас новый вызов, мы подтверждаем и погнали. Угон автомобиля. Хорошо, включаем сирены и погнали. Так, можно вертушку вызвать? Да, можно одну вертушку вызываем. И поехали. Достаточно будет одной вертушки, хотя я не вижу ее на карте. А нет, появилась. Все в порядке. Какие чудесные звезды. Какие черты звезды. Погнали на дорогу, даже смотреть надо. Хо-хо-хо-хо. Там буря, кажется, обрыв. Кажется, прямо рядом с тюрьмой. По шоссе едет. Хорошо, подъедем, вижу вертушку. Освещает хорошо преступника. Сейчас подъедем и будем разбираться. Так, спокойно. Все-таки перевернулись. Все в порядке. Там есть, кажется, еще парочку патрульных машинок. Ребята тоже подключились автоматически. Нет, там уже три машины даже. Никого не вызывали. Ребята сами добровольно решили поехать. Так, наверное, заборчик. Он поехал, кажется, прямо по трассе. Даже не знаю, где именно ехать. А их поехали прямо на трассу. Так, мы на трассе, и, возможно, он поехал именно здесь. Так, ребята поехали. А их поехали прямо за ребятами. Возможно, они нас придут. О, красиво получилось. Прямо на колеса. Ребят, давайте я прям за вами. Спокойно, спокойно, меня подрезали. Все нормально. Разрулили. Так, мне кажется, нужно подняться в горку. Ребята, я, наверное, все-таки буду сокращать. Он, кажется, спускается в нашу сторону. Давай-ка, полицейский патруль. Нет преграды. Он выезжает на трассу. Мустанг довольно хорошо справляется с такими дорогами. Он, кажется, реально выехал на трассу. И вижу, освещается. Там какой-то кипиш на реальной дороге. У нас тоже полный кипиш. И не могу справиться с управлением. Так, выехали. Ах, секундочку, преступник внизу уже. Как он спустился? У нас, в принципе, есть пистолет. Будем стоять, конечно, по колесам. И брать преступника живьем. Кажется, у нас на мотике. Ух, как подрезали. Да, жестко это было. Чувак, кажется, тебя просто убили. Это, конечно, случайность. Это случайность в том, что едем просто по встречке. А мустанг умеет набирать скорость гораздо побыстрее. Как-то очень медленно набирает он скорость. Ну, конечно, на мотике будем просто вас избивать. Так, ребята, у нас получается реально трэшевые погони. Нам нужно побольше вертолетов. Так, секундочку, побольше вертолетов сейчас сделаем. О, да. Побольше вертолетов, и погоня начинается. О, как подрезал, неудачно. Сейчас дубль 2. Моя попытка. О, да-да-да. У нас все-таки получилось. Так, ну что, у нас есть трупы? Есть трупы, сейчас будем собирать всех трупы. Ребята, давайте. Ну-ка, руки в гору уже. Начал стрелять нужно поверху, потому что, конечно, преступникам. Ну-ка, руки в гору. Руки в гору, так один преступник уже убирает. Переключились на того, мы это возьмем. Какие-то спортивные ребята. Шорты, майки. Так, мы можем одевать наручники. И все, сейчас развернемся и поедем за вторым преступником. Это было красиво. Как красиво подрезали. Хорошо, тебя заберут уже, мой друг. А мы поехали прямо по встречке. Так, еще будем на мотике. Так, кажется, его не догнали еще. Да, вертушки еще ведут. Сейчас подъедем, будем разбираться. Так, берем, наверное, шокер по-быстрому. Шокеры прям на большой скорости. На большой скорости замедляем время. Ребята, как-то вы не очень-то и насть вы бежите. Эх ты на! Не успел, кажется, выстрел. Все, решила, реально успел.
Так, ну что, ребята, берем его, хотя можно, наверное, с ним маленько позабавиться. Вот таким макаром. Ребят, давайте все. Прям реально можно все сразу. Довольно круто будет. Кажется, будет у него сердечный приступ. А если будет побольше машинок, ребята, привет, и всем разом сразу шокером. Они, кажется, просто берут уже. Хорошо, пускай берут уже. Выключим сиренки, посмотрим это дело и поедем дальше. Так, у нас, по идее, сколько уже времени? У нас уже 1:30 ночи практически, осталось буквально 3 часа. И, друзья, заканчивается наша смена. Какие-то все черные, даже не видно вас на свете. Уже наступило утро, и у нас снова вызов, угон танка. Ну что, включаем сирены, нам нужна подмога, и выезжаем уже на место преступления. Ух, разворот на 180, погнали, друзья. Угон танка, и, наверное, денек, наверное, сегодня закончится. Мы уже патрулируем всю ночь, кажется, прямо возле магазинчика. Сейчас подъедем, будем разбираться. Ребята, в сторону полицейский патруль приезжает уже на угон танка, точно реально с танк. Ну что, друзья, у нас, в принципе, есть... Кажется, есть гренки, можно просто взять и закидать гренками. А хотя у нас есть, кажется, так, где-то прям в кустах. А вот он. Стоим, там полицейский патруль. Стой на месте. У нас есть газовые шашки. И сейчас будем использовать. Нужно открыть, наверное, люк и просто закидать ту газовую шашку. Ну-ка, давай-ка. Где получится? Откинем. Еще одну бросим. И еще одну бросим. А где наша подмога? Так, я, в принципе, набросал уже. Так, нормально, мы на танке. Уходим в сторону. Наш мустанг просто проехался. Нормально. Это что за глюк какой-то? Ребят, нужна подмога. Вызываем, наверное, вертушку, вызываем сват. Ребята, вызываю просто реально всех. Доброе утро уже. Садимся. Газ у нас пошел, ну как-то не... Танк у нас, по идее, уже уехал. Погнали уже. Сколько патрульных машинок, есть парочка вертушек. И, наверное, возьмем уже гренки. Так, у нас есть газовые шашки сейчас. Ух ты, началась потеха. Он реально уже... Спокойно, ребята, уходим в сторону. Бросаем газовые шашки. Так, заблокируем. Заблокируем, бросаем, он поехал дальше. Дуло, кажется, маленько мешается. Нужно проехать чуть вперед, наверное. И блокируем. Реально уже берем мустанг и просто реально против танка. Бросаем шашки. Сейчас задохнется преступник там. Ребята, блокируйте прям заднее место ему. И никуда он не денется. Просто реально закидал уже. Закидал газовые шашки. И дуло, кажется, начинает поворачиваться. Все в порядке, ребята. Ежик в тумане у нас сейчас получится. Он реально уже полностью в газе. Так, ну что, преступник выйдет или не выйдет, даже не знаю. Кто у нас посмелится подойти к танку и вытащить ее? Ну, он, по идее, реально уже зажат. Так, набросаем больше, но, по идее, есть другая газовая шашка, у нас есть другой газ еще. Сейчас используем другой газ. Ребята, не подходим. Хорошо, у нас, в принципе, очень много смелости, и сейчас мы подойдем. Спокойно уже так подойдем. Через дым весит. И вытащим преступника. Ребята, все в порядке, сейчас вытащу. Так, не получается, что ли? Давай еще разок. Давай еще разок, хотя можно взять, наверное, оружие. Оружие и пригрозить. Сейчас он, по идее, должен вылезти. Так, выходит. Ну, нормально. Ну-ка, давай-ка, походу задыхается. Задыхается наш. Так, газ у нас прошел, и все в порядке. Ребята, он ваш, хотя нет, он будет моим. Давай-ка на земельку, мы тебя арестуем. И отправим в тюрьму. Ребята, сами сделайте. Кто осмелится? Хорошо, пока ребят нас осмелится, а мы, друзья, с вами попрощаемся и увидимся всем в других роликах. А с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока!